В зале Музея истории курорта собрались руководители управления и отделов администрации города, ветераны, участники Великой Отечественной, председатели ветеранских организаций, а также руководители военно-патриотических клубов. Многие из участников круглого стола состоят в Сочи Патриот-центре. Он был создан в июне прошлого года с целью объединения усилий в организации работы по военно-патриотическому, правовому и нравственному воспитанию молодежи и координации тематических мероприятий, которых за время деятельности центра на курорте прошли десятки. В наш Сочи Патриот-центр входит около 30 муниципальных и общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием. И, конечно, вот такая сила намного больше может сделать, чем просто городской совет ветеранов в лице комиссии по патриотическому воспитанию. У нас большой сводный план, и мы стараемся выполнять этот план.